Добрый вечер. На прошлой неделе произошло абсолютно уникальное событие. Вышел из лесу последний лесной брат. Человек скрывался в лесу 50 лет. В 1944 году Янис Пинупс был призван в советскую армию, но участвовал только в двух боях и после этого дезертировал в лес. Ну и находился там все это время. Сначала боялся коммунистов, потом ненадежных демократов, потом еще социал-демократов. Ну, в общем, вот на прошлой неделе вернулся. Вернулся и попросил статус репрессированного. Ну, чтобы пенсию дали побольше. Пока не дают. Из Латвии Аэлита Ефимова. Я never. Я не могу никого убить. Когда человек вернулся к смерти, ты не вернулся. Как я могу убить человека, если я даже не могу поднять руку на мышь? В мае 95 года в латвийский совхоз Прейли явился неизвестный человек 70 лет от роду и попросил выдать ему паспорт и назначить пенсию. Он назвал свое имя Янис Пинупс. Оказалось, это тот самый Янис, которого в 44 году призвали в советскую армию. И с тех пор никто о нем ничего не слышал. Как вас учили воевать? Каюс мация корот. Ну, нож от лава человек. Все как кармат. Ну, вообще-то, офицеры говорили, что лучше убить человека, но... Я. Скажите, а вот в лесу вы жили? Никогда вам не приходилось никого убить ради того, чтобы не голодать? Сагет, межа, когда вы живете, вам не нужно навать за носит, чтобы не есть баду. Нет, баду мы не били. Педрики мы не воровали. Я не чувствовал голода. Не, не били. Я никого не убивал. И меня кормили родственники, и я не мог никого убить. А как родственники вас кормили? Вам приносили в лес или вы выходили? И уже ужин я уже приходил домой, если все спокойно. Да. Скажите, вы, наверное, за это время очень полюбили лес, он был вам родным существом. Я. Да, за это время я полюбил лес. Я. Вы больше, наверное, вы боялись человека, а не зверя. Jūs baidījāties vairāk cilvēku, nevis dzīvnieku? Jā. Baidījās, ka ieraudzīs, kas to viņu runās, ja pazīst, kas... Ja baidījās, ka kto to uznāja, što to būtu gavarīt, no cilvēks būs samāk. Zvērš jau neko neteiks. A životnē ničo neskažat. A nu, mirnē. A volku vēl strīdīt? А вот то не та, вот тут был волк, а гуляю. Не та, это было недалеко, я спал. Если не будет помочь, если не будет вверху бить. Проснулся, он бы меня убил. Если трогал, сообща, а он смеет, из леса пройдет. Я как встал, он тогда посмотрел на меня и ушел. А расскажите вот ту историю, когда вы с этим, с представителем колхоза встретились? Постасит, когда та скучим спакаль дзина, скоро тайца кашалась. Как это сбил? Спиридоновс. Yeah. Крив армия свечникс. Yeah. Спагастоновс, сема падает спрехнет. Да, как это сбил? 52 года, а не 7 августа. Это в 52 году, 27 августа. Варбут, он еще дзился. Может, он еще жив. Но Маскевич, он спас со Спрейлем. Он в Прейлях вроде должен жить. Да. Ну, так я... Когда ты смотришь? Ну, скажи, так подружишься. Ты так чем опадываешь, пьянашу пиццеля. Та сене с лосидом. И грибы. Паскатос. И смотрю. Цель, ты цель, что брал, а там межа маленькая цель. Стал человек. Стоит человек. И гражданин, куалетец, не сопротив. Он и говорил гражданин, а больше я не понял, что он мне говорил. Если в сакарты везет, если мы же ехали, поглядим. А он шпакает скрет. А он начал за мной гнаться. И кричит, стой, буду стрелять, стой. Я меня буду бить, шкарко, шау, тебе спутрока бить. Если у него было бы чем стрелять, тогда, значит, он убил бы меня. Но у него не было чем стрелять, он просто меня пугал, и я убежал. Я. Я viņam būtu šauti, viņi būtu mani... No savu nekur nebūtu, viņš mani saņēmis. Tātad laukā būtu izlīdis. Tā viņam nav kur. Ja man būtu šauti, būtu gaisa izšķiet, lai viņš neskrien pakaļ. Ja man nav... Ja būtu viņa būtu čem strīļāt, ja būtu vuzduhu vistrīļu, štai būtu pabājās, ja nebežāl būtu za mani. Un sirauna, viņa toži nebūtu čem strīļāt. Nu, tak vēl dzīvo, dēļ mani visi, es nevaru nogalēt Я не могу никого убить. Раз маса просто гали нока. Один раз сестра просила петуха убить. Меня пати кава. Она же руку обвил пар. Аж руку сама себе порезала, но я все равно не мог это сделать. Все эти 50 лет
Янис больше всего боялся попасть в советскую тюрьму за дезертирство. Однако, выйдя из леса, он подумал, а почему бы не получить статус репрессированного? Ну, статус сегодня... Ну, статус у него никакой ему не определил. Он не, как не репрессированный. Нет такого законодательства. Нет такого законодательства, что если он прятался сам в лесу, значит, он считается репрессированным. Это единичный случай. Все права, которые есть у любого гражданина. И также социальная пенсия. Итак, спустя 50 лет после войны, в 95-м году, последний лесной брат вышел из лесу. Никого он за все это время не подрывал, не убивал ни человека, ни даже курицы. Но кто знает, может, он еще и не последний. Скажите, а вы не чувствуете, что вот жизнь прошла как бы в лесах, даром? А вы не чувствуете, когда жизнь, как погая велтеги, вы были в меже, вы слепаетесь? Ну, а кто то есть? Ну, что там вы чувствуете? Это моя судьба. Вот такая сенсация. Знаете, даже как-то стыдно, что есть в нашей жизни причины, по которым можно находиться в лесу 50 лет. Может быть, следующим поколением точно так же будет стыдно за войну в Чечне. Завтра в Грозном продолжатся мирные переговоры. Они проходят в тяжелейших условиях. Дудаев ревнует и Масхадова, и Имаева, и Басаева. А русских переговорщиков ревнуют их московские братья-политики, мнение которых по Чечне никого не интересует. И полевые командиры, которые... не знают, собственно, на кого делать ставку. Во вторник наша делегация по случайности осталась в живых. Изменили маршрут движения после переговоров. Не поехали в территориальное управление, как обычно, а заехали в штаб МинЧС. Как раз у территориального управления их ждала засада. Погиб один солдат. Но руководитель делегации Михайлов, говорят, так устает, что по ночам уже не просыпается от автоматных очередей. И еще одно. В наши руки попало одно социологическое исследование, которое показывает, что в случае выборов в Чечне с огромным отрывом побеждает Руслан Хасбулатов. И хорошо бы, чтобы наши московские политики отнеслись к этому спокойно, а то начнут нервничать и опять предпочтут убить 10 тысяч человек, но настоять на своем. А теперь я хочу напомнить вам фрагмент сюжета, который мы показывали в нашей передаче 12 мая. Тогда чеченцы сбили самолет федеральных сил и... у убитого летчика были обнаружены документы на имя гражданина Казахстана и гражданина России. Очень странная история. Для этого сбитого 5 мая летчика мораторий объявлен не был. В этот день мы оказались рядом в селе Ведено и подъехали сюда через час. Такие самолеты, как Су-25, без приказа не вылетают. Это было в начале мая. Вот мы получили письмо жены Владимира Соробеева. Она живет в Буденновске и считает, что ее муж жив. Вот что она пишет. «В четверг, 4 мая вечером, он мне читал стихи. С любимыми не расставайтесь. А у меня в голове вертелись строчки. Жди меня, и я вернусь. Все в этой жизни имеет свой смысл. Мой муж никогда не проходил мимо молящего о помощи». Владимира сбили на следующий день, 5 мая. И это еще одна непонятная глава этой жуткой войны. Почему, собственно, у Владимира Соробеева были двойные документы? И как получилось так, что у полностью сгоревшего тела были обнаружены эти документы в целости и сохранности? Далее Надежда Николаевна пишет. Может, он в плену, может, жив. Может, это уже ненормальные мысли, а может, самые здравые. Помогите. Если кто-то может помочь этой женщине разобраться в страшной истории и раскрыть еще одну тайну чеченской войны, пишите нам. А вот совсем другая история. На Украине продолжается конфликт между православными церквями. Две недели назад, накануне годовщины президентства Леонида Кучмы, произошли столкновения в Киеве между милицией и военизированными отрядами националистов. Странно, нам удалось выяснить, что те, кто был среди отрядов унаунцев в Киеве, многие из них накануне вернулись из Чечни. Вот так все странно связано в нашем мире. Ильяс Богатырев из Киева. В трагических событиях у Софийского собора в Киеве активное участие принимали члены украинской националистической организации УНАУНСО.
УНАУНСО создана в 1991 году для противостояния возможной агрессии со стороны ГКЧП. Численность неизвестна. Некоторые участники столкновения в центре Киева недавно вернулись с Чеченской войны. Мы познакомились с ними поближе в штабе УНАУНСО, неподалеку от Софийского собора. С первых же слов стало ясно, что воевали они не столько за, сколько против. Вы что, не в курсе? В Москве сейчас это фактически раненый, пьяный, вечно пьяный зверь, который в своей агонии пытается просто раздавить вокруг себя все, что возможно раздавить, и покрошить все, что только, значит, вокруг них находится. Скажите, как долго вы воевали в Чечне? Около месяца я там находился. Сколько вам платят за это? Вы можете мне не верить, но тем не менее мне за это не платят. Наша организация денег за это не берет. Чеченцы нет. Да поймите, что, в общем-то, вот как-то действительно трудно убедить людей, что там деньги не платят. Олег, откуда у вас талисман вот этот на груди? Этот талисман подарил один из моих братьев, теперь уже братьев иракских, которые вместе со мной принимали участие в миротворческой миссии в республике Ичкерия. Скажите, вы принимали участие в боевых действиях в Чечне? У нас существует статья 187 Уголовного кодекса, принятая под нас, которая предусматривает ответственность за участие в боевых действиях за пределами Украины. Сколько человек из Украины участвует в боевых действиях в Чечне? Это единственный вопрос, вопрос количества. Да. Или тех, кто в Украине, или тех, кто за пределами, на которые мы не отвечаем. По крайней мере, достаточно для того, чтобы вся Чечня и весь Кавказ знали, что Украина полностью солидарна, не только морально-политически, но и наши ребята рядом с ними, так сказать, принимают, принимали и будут, конечно, принимать участие в боях. Мог ли быть кто-нибудь в группе Басаева из числа добровольцев из Украины? Естественно, мог. Мог, конечно. Мог. Как наши ребята были в отряде Басаева, когда война шла в Грозном. И получилось как-то так, что группами по 2-3-4 человека там почти постоянно меняется, так сказать. Но мы считаем, что еще не все потеряно, и еще можно империалистическую войну перевести, так сказать, в гражданскую. Повернуть штыки против собственного правительства российского. И стараемся работать в этом направлении не только на Северном Кавказе, но и вообще в России. Пока в Грозном идут переговоры, активисты УНАУНСО живут, как все прочие киевляне. Кто стоит в пикете у Софийского собора, кто слушает Кобзаря на Владимирском спуске. Но многие из них готовы в любой момент вновь взяться за оружие. Вы, Олег, поедете снова туда? Да, конечно. Мой гость – автослесарь Федор Мельников. В свое время он прославился тем, что вошел в контору фирмы «Риском», где стоял вкладчиком с пучком саженцев, вытащил из саженцев ружье, захватил заложников, потребовал вернуть деньги ему и заложникам. Деньги отдали, приехал ОМОН, велось следствие, и вот буквально недавно суд вынес приговор. 1,5 года условно. Это, конечно, беспрецедентный приговор, когда речь идет о заложниках. Федор, вот как все-таки за денег идти с ружьем? Ну, во-первых, это было не из-за денег, а из-за принципа. Вот. Грубое отношение охраны ко мне было. Вот. И деньги, в принципе, были заработаны не мной, а моими родителями. И я не мог оставить этому человеку эти деньги. Вот и все. Ну, вам могли дать, там, судя по всему, 10 лет заключения. Вы понимали это? Я это, ну, в то время, когда шел, конечно, это не понимал. Потом мне это объяснили, но ничего. Плохих намерений против заложников с моей стороны не было. Но по факту вы же все-таки взяли заложников. Как тогда вот? Да, я взял заложников, я конкретно им сразу все объяснил, чтобы они не были напуганы. Ну, вот так вот. Ну хорошо, а тогда как вы к Басаеву относитесь? Не знаю, кто это такой.
А вы что, телевизор не смотрите? Смотрю, почему? Времени просто мало. Ну, который захватил заложников в Буденновске. Ах, это... Нет, это... Это совсем разная вещь. Это не то. Ну, получается, конечно, такая сложная ситуация. Значит, как бы вы все-таки, ну, из-за денег захватили заложников, а это как бы вот, что ли, можно, да? А вот нет. За свободу, как говорит Басаев, нельзя. Нет, это не так. Тут больше сыграла роль не деньги, а сам принцип этого. Вот. Если бы мне обещали там все такое, что выплатят и все, конечно бы я ждал бы и ждал. Но конкретно, когда выбрасывают тебя на улицу и говорят, ничего ты здесь не получишь. Ну, вот так вот. Еще один мой гость, Нина Жохова, заложница Федора Мельникова. Нина Алексеевна, вот вас не удивляет, что в последнее время такой вот действительно синдром, что заложники симпатизируют жертвам? То есть, нет, не удивляет. Собственно, тем, кто их берет в заложники, прошу. Не удивляет. Потому что так много развелось в Москве и, наверное, вообще у нас в России акционерных обществ, которые постоянно обманывают людей. Так что меня это не удивляет. И в первый момент я, во-первых, нисколько не испугалась, когда попала под ружье. Я просто спокойно вошла в эту комнату и сразу спросила его, в чем дело, сынок, скажи мне. Что случилось и что тебя заставило пойти на такое? Он сразу мне сказал, мать, не волнуйся. Я в отношении вас и, ну, там еще были двое очень старых, пожилых мужчин. Никаких намерений таких злостных не имею. Так что я объяснил, в чем дело. Ну, хорошо, а если бы вам повезло, что вот... Все, я его сразу поняла. Вас взял в заложники Федор. Да. А если бы был, я не знаю, ну, кто-то другой, Басаев тот же. Нет, ну я хочу сказать, что и я ведь, собственно говоря, там оказалась, ну, может быть, и случайно, а может, и не случайно, я тоже пришла со своими деньгами. Только не в Резком, а в пенсионный фонд, который положил деньги на 2 года по истечении этих 2 лет. А мне, они обещали по договору там, ну, определенную сумму давать в долларах. А потом через 1,5 года я поняла, что это обман, и что надо пойти и взять хотя бы то, что мне дадут. И вот я только успела сесть написать свою фамилию в заявлении, чтобы заполучить деньги, которые они обязаны дать были через месяц. Но мне уже этот консультант сказал, что через 2 месяца, не раньше. У нас очень много работы. Ну и все. Вы считаете, что все они жулики, да? Ну, как же не считать? Да, я считаю, что жулики. Но вот все-таки, Федор, а вы как считаете? Ведь, ну, я не знаю, мне кажется... Но есть же какие-то еще и обстоятельства. Почему мы как бы заранее считаем, что люди, которые там условно пытаются, допустим, берут у вас деньги, да, по договору, пытаются их преувеличить, там, приумножить с помощью каких-то легальных финансовых операций, мы считаем, что они однозначно делают это неискренне. Но ведь есть же там какие-то обстоятельства, там, условно скажем, там, черный вторник, я не знаю, там, какие-то ситуации в экономике. Получается, что люди, которые отдают деньги, они готовы вот идти с теми, кто взял у них эти деньги, кому они доверили, только до того момента, пока вот трудности не возникают. Нет такого ощущения? Я понял вас вопрос. И когда я пришел туда первый раз, это было зимой. Там был парень, консультант, по-моему, он все подробно объяснил, что у них временные трудности. И вот все такое, что через месяц я получу свою сумму, мне переписали чек, я вышел и со спокойной душой ушел. Ну, второй раз, когда я пришел, мне конкретно сказали, что я не получу своих денег. Вот так вот. Не, Алексей, а вы как думаете, вот в этой такая дилемма? Ну, какая дилемма? Если я пришла деньги сдавать свои, меня приняли с распростертыми руками, а когда я пришла только спросить, дверь была закрыта, меня не пускали даже спросить, не открывали дверь. Конечно, это меня возмутило. Почему я туда? Я так, знаете, как сердито постучала и сказала... Пустите меня и вызовите управляющего, а его нет. Я поняла, что мне врут. Управляющий был на месте. А уж когда мне соврали, все, я уже не верю. Один раз соврали, я уже больше не верю. Я сказала, откройте все мне. А как вы относитесь к властелине? К властелине? Тоже я отношусь отрицательно. Потому что это тоже нечестная игра. Это тоже какая-то, я не знаю, говорят о каких-то пирамидах. В общем, я не очень в это вникаю, но я так понимаю, что кто-то из близких своих получили машины, а те люди, которые тоже, наверное, не награбленные деньги
сдали на машину, те остались при своем интересе. Там, честно говоря, по поводу «Властелина» выясняются очень интересные подробности. Мы прервемся на несколько минут. Как известно, владелица, пожалуй, самой крупной трастовой компании Валентина Соловьева была арестована и находится под арестом, идет следствие. Важно, мне кажется, то, что это единственный руководитель такой компании, кто, по крайней мере, на словах обещает вернуть деньги, если ее выпустят на свободу, даже если ее будут на свободе контролировать. Вчера нашему корреспонденту Сергею Ястребову удалось взять интервью у Валентины Соловьевой, и выясняются очень интересные подробности ее ареста. Им был известен каждый мой адрес, где бы я ни находилась. Каждый телефон, по которому я с ними не разговаривала. Не только, были не только разговоры, но были связные люди между мной и следственным отделом. Ну, поэтому я и не ожидала. А телефоны никаких... были не только радиотелефоны? Не только радиотелефоны, обыкновенные городские телефоны, например, на Кутузова. Они знали этот телефон, и туда приходили представители из МВД, представители из ФСБ были даже там, но от этого отдела. Это 249? Это 249-42-32. По этому телефону они могли меня взять каждый день. Так, по поводу ареста. На встрече, которая должна была произойти по месту моего адреса квартиры на Тверской, 36-35, на эту квартиру должны были приехать представители из МВД, представители Генпрокуратуры и представители моей серьезной клиентуры, которые со мной работали не один год. Приехали 4 человека. После встречи с ними разговора я была очень уверена в том, что действительно на сегодняшний день мне пойдет поддержка. Поддержка серьезная, колоссальная, которые помогут мне разобраться в этой ситуации, что же произошло от 19 октября. Именно что произошло. И кому было выгодно так напугать меня и мою семью, чтобы я быстренько убралась из Подольска. Арестовали уже в машине, когда все уехали. Проводили мы гостей, повстречались, проводили гостей. Им дали уехать. Мы не будем называть, кто были гости. Нет, я сейчас не буду называть. Это люди, которые до сих пор пытаются мне помочь. Первый день, что бы я сделала? Я бы опять поехала в правительство, поехала бы в Думу, чтобы туда пригласили и генпрокурора на сегодняшний день. Вот там-то я буду называть все фамилии и глядя им в глаза. Я буду задавать вопросы, почему ко мне 17 числа приехал и этот товарищ, почему он меня предупредил, на каком основании было это сделано предупреждение, но говорить я это буду ему в глаза. Я до сих пор говорю, что врагов для себя я не видела, договориться со мной можно, а сейчас вижу врагов и в следственном отделе, так как там находятся в основном мои клиенты, и в прокуратуре, так как там тоже мои клиенты, и в других организациях высокопоставленных, как так там тоже клиенты. Почему они не хотят, чтобы Валентина Ивановна поработала под надзором того же следственного отдела и выдала людям деньги? Мэр города, нашего города Подольска, высокопоставленный чиновник, который, казалось бы, сейчас должен меня защитить, показать нашу работу и программу по Подольску, что все были довольны в Подольске, когда работала два года фирма. Это у нас Никулин. Никулин Александр Васильевич, который поначалу вроде бы так это с опасочкой. То есть это тот человек, который посижу на горе, посмотрю, как дерутся внизу. И кто выиграет, тем я и останусь. Но вот в последней партии почему-то он оказался среди шахтеров. Вдруг он стал шахтером, понимаете? То есть он засучивает, оказывается, рукава очень и глубоко лезет в шахту для того, чтобы получить пару автомобилей. Я подстраховалась в один прекрасный момент, когда началась задержка денег. Когда началась задержка денег, мне пришлось несколько раз переоформить документацию с некоторыми известными лицами и глубоко ее запрятать. Запрятать только для того, чтобы в случае чего обратиться к этим лицам за помощью. И вот на сегодняшний день, когда я к ним обратилась, послав им письмо, послав им свои дискеты, они просто-напросто усилили гонение. Но дискеты а помощи я не получила. Вы купите дискеты, естественно. Конечно. Понятно. И я просила, чтобы они помогли. Называть их мы сейчас можем называть, это Ильюшенко, это и Огородников. Я к ним обращалась. По некоторым данным, среди вкладчиков «Властелина» самое ближайшее окружение, исполняющее обязанности генерального прокурора Ильюшенко,
Вкладчиками «Властелины» были исследователи, которые сейчас ведут ее дело, вкладчики и руководители следствия. И вообще, вполне возможно, что в один прекрасный день окажется, что фирма «Властелина» вообще была создана для того, чтобы обогащать всю вот нашу элиту. И именно поэтому начались все злоключения Валентины Соловьевой, поскольку теперь никто не хочет из высокопоставленных политиков, чтобы общественность узнала о размерах тех сумм, которые они вносили в трастовую компанию «Властелина». Федор, ну вот вы тоже не верите, да, Соловьеву? Вот вы послушали сейчас, что она говорит? Нет, дело в том, что по работе год назад я работал на издательство «Пресса». Приезжали ко мне частные лица на машинах, которые получали во «Властелине». Тогда они стоили, по-моему, 8 миллионов. Почему? Я верю. Люди там получали машины. А вы нет? Нет, почему? Получали первые, которые внесли деньги. Те получили машины. Ну вот вы не допускаете, что все-таки, возможно, что в этой ситуации все не так просто. Я имею в виду, что в некотором смысле получается, что мы, по сути, добрее к бедным, чем к богатым. Возможно, это и так, но конкретно в моем вот случае нужно было просто поговорить со мной, а меня конкретно не пускали. Вот не то, что там к администрации, а просто не пускали вовнутрь помещения, и все. А нужно было конкретно переговорить, что, как, чего. Вот я первый раз, говорю, пришел, мне конкретно все объяснили, там переписали. Вот. Ну, может быть, это был обман, но все-таки поговорили по-человечески, я ушел. Вот. Ну, а второй раз, ну, просто никакие рамки не лезет. Вот и все. Спасибо большое, Федор, спасибо большое, Нина Алексеевна. Я, тем не менее, рад, что все-таки суд, вдруг наш суд проявил такой гуманизм. Но, тем не менее, мне более симпатичны методы Марисы Степака, который был у нас в прошлой программе. Человек, который отсудил у МММ деньги и, конечно, отсуживать дольше, но, по крайней мере, не стреляют. Но вообще, в последнее время часто сталкиваешься с тем, что люди совершают самые отчаянные поступки только потому, что гигантская машина общества к ним равнодушна. На этой неделе МИД России вручил ноту латвийскому послу в связи с самосожжением в Даугавпилсе 2 недели назад российского гражданина. Ему не давали латвийского гражданства. Интересно, что на этой неделе, не знаю, связаны эти события или нет, 300 жителям Риги были выданы латвийские паспорта. Ранее этой возможности у них не было. Из Даугавпилса Аэлита Ефимова. Латвия не для вас, для всех. Да простит меня Бог. Может, я грубо сказал, поступил. Там разберемся. Несколько раз Департамент по делам гражданства и иммиграции ДГАИ отказывал Равилю Ягудину в возобновлении прописки в Латвии. 13 июля в Даугавпилсе, во дворе своего дома, облившись бензином, он сжег себя. Как кричал он, ну, наверное, что на юность, вот такой он магнит. Я даже туда не пошла, я отсюда только видела. Вижу, на той, этих, там машин, вот эта большая машина, Дуля стояла, он туда, ну, не мог вот этим шагать, не мог. Я говорю, ложись, Лена, что ты на него, что ты здесь делал? Ложись на землю, сынок, ложись, травим. Почему вот он отжив здесь всю свою жизнь практически, но его привезли сюда, куда война? Должен кому-то доказывать свое право на жизнь, своей семье. Почему он должен ходить в этот ДГИ кому-то, там, я не знаю, чиновникам этим, Матвейсу Шульцу, кому-то доказывать? Рижский, Даугавпилский, какая разница это? Господи, ну это ж не по-людски, но почему он должен унижаться? Он был гордый человек. Чтобы вы видели, что человек решился на это, какой была бы, что он с собой сделал. То есть ожоги у него были, 100% тела покрывали. Это все, что от рубашки осталось. Убийцы! 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 Это человек действительно кристальной души.
талантливейший человек в своей профессии, семьянин и человек гордый. Может быть, это то основное качество, которое есть у людей, способных к самопожертвованию. 8 мая вступил в силу закон о статусе, и господин Ягудин имел полное право подать новое заявление, и, конечно, это тогда ответ департамента был бы его пользу. По версии чиновников, еще немного, и прописка была бы получена. По версии активистов русской общины в Латвии, этого не случилось бы никогда, и надо было не терпеть, а протестовать. Сейчас в Даугавпилсе спорят, что было последней каплей – бездеятельность одних или слишком бурная деятельность других. А человека не стало. Людоеды! Людоеды! Я удивилась просто его, как говорится, такому сильному духу его и вообще. Откуда у него такая сила воли взялась? Вот на такой поступок именно. Это надо человеку вот так вот просто, знаете, от отчаяния такого, так вот идти на такой поступок. Действительно, чтоб, не знаю, как это даже еще сказать вам, удивляюсь, откуда у него такая сила воли большая. Вообще он был такой, можно сказать, сильный человек вот всю жизнь, но вот здесь вот остался, здесь остался. Кто дал право мужа разлучать от жены или наоборот? Даю слово, я оболью себя так же сама и подпалю, но я подпалюсь уже вместе с ними. Уже сама я подпаливаться не буду. Я считаю, он сделал глупости. Пусть хоть один из них будет наказуемый. Я сделаю именно так. Возле меня всегда теперь бензин. Это в прямом смысле. Я не говорю вам, просто пугаюсь. Да, я это сделаю, потому что иного выхода нет. Какова бы ни была конкретная причина смерти Равиля Ягудина, человек сгорел. И страшно то, что гибель его для одних сегодня в Латвии становится примером, а для других – козырем в политической игре. 2 месяца жду ответа. Не прописан, без работы. Неужели в знак протеста несправедливости придется пожертвовать собой? Протест несправедливости, чиновничества. Неужели у латышей Бога нет? Они никого не боятся. А ведь суд придет. Не может быть, что им все простят. У меня сегодня очень редкий гость, бывший премьер-министр Литвы Казимира Прунскини. Скажите, пожалуйста, вы вот фактически 5 лет вы в политике активно не участвуете. А вообще вот эти 10 лет, 5 из которых вы были очень активным политическим деятелем в Литве, сейчас вот вы как бы на вторую волну, вам не кажется, что, может быть, вот после того, что есть Чечня, после того, что было Баку и так далее, что-то можно было делать по-другому? Я думаю, что, слава Богу, что случилось так, как случилось. Ибо если развитие спровоцировало именно такой конфликт, который сейчас, то трудно представить, что сейчас бы было в наших странах, в частности, в Литве. А с другой стороны, наблюдая сегодняшнюю ситуацию в России и в конфликте с Чечнёй, я еще раз подтверждаю свое собственное представление ответственности политика, руководящего, будь большой или небольшой страной, что он прежде всего должен думать о сохранении своего народа, о его выживании. Я
Конечно, сейчас наши страны имеют совершенно другой статус. Хотя... Вы не жалеете, что распался Советский Союз? Если откровенно говоря, не жалею. И не жалею не только за себя, за Литву. Я думаю, что в этом нечего сожалеть и русским. Я сейчас конкретно не вижу какой-то напряженности особой между Литвой и другими балтийскими государствами и Россией. Даже такой больной вопрос, как транзит через Литву в Калининград, он отрегулирован с использованием таких международных правил транзита и благоприятствующие условия для торговли с Литвой, ратифицированные российским парламентом. Поэтому я думаю, что в двухсторонних отношениях, хотя уже не так очень идеально, но все равно неплохо складываются вот эти взаимоотношения. Мы желали бы больше либерализма в этих взаимоотношениях в экономическом плане, чтобы Россия не применяла для нас каких-то исключений в виде штрафных ввозных пошлин, чтобы наши товары могли, как и прежние, но уже на основе рынка, здесь иметь спрос и реализоваться, на что очень целенаправленно работают наши предприниматели, видя в России своего сильного, важного, интересного партнера. Недавно, перед 9 мая, взорвали огромную радиолокационную станцию с Крунды, это в Латвии. И здесь, конечно, люди очень это как-то болезненно перенесли. Не в смысле того, что кому-то эта станция серьезно нужна, а то, что это произошло за несколько дней до празднования победы 50-летия. В общем, победы такой все равно общей, потому что как-то все же это было вместе. Вы думаете, что вот это было нужно делать тогда? Такого рода действия, они никогда не оправдываются при любом предлоге. И я даже считаю, что взрывание некоторых памятников, которые произошли в Литве, это тоже не мудрое действие. А скажите, пожалуйста, вот когда Бразаускас пришел к власти, говорили, что вот вернулись коммунисты. Вернулись коммунисты? Ну, кого называть коммунистами? Можно так сказать, что вернулись люди, которые были при коммунистической власти в важных позициях, относились к номенклатуре. В частности, и Бразаускас тоже. Но нужно учитывать, что и в 89-м году, и в 90-м году именно эта часть бывшей коммунистической партии была с нами вместе при провозглашении независимости. Сейчас отношение к России, ну, скажем, к Ельцину. Вообще, кто из наших популярен сейчас в Литве? Я затрудняюсь сказать, что сейчас Литва знает, кто популярен, или очень много об этом размышляет. Президент Ельцин был довольно долго для Литвы популярен. И тогда, когда была напряженность между им и Горбачевым, и особенно он много заслужил симпатии во время путча 91 года августовского, когда он отстоял в пользу демократических сил, и когда впоследствии этого мы получили признание как со стороны России, так со стороны Запада. Но сейчас в Литве много голосов, которые очень критически относятся и к тому, что происходит между Россией и Чечней. А что сейчас господин Ландсбергисон? Он оппонент в правительстве, в Сейме, в нашем парламенте, оппозиции относительно сегодняшнего большинства. И я думаю, что серьезно готовится к следующим выборам. Ибо муниципальные выборы, которые недавно прошли, они подтвердили, что в населении есть разочарование сегодняшним большинством, что оно не получило большинства на уровне муниципальных властей. И это создает совершенно такую другую картину в подготовке к следующим выборам. И я думаю, что здесь вот как раз создалась своеобразная почва для выхода новой политической партии. Феминистов? Ну, мы себя не относим к феминистам, тем более, что наша программа не нейтральна в этом плане, за исключением
четкой позиции относительно статуса женщин, а в остальном мы просто ищем ответов для решения проблем нашего государства и приглашаем мудрых мужчин в нашу партию, которых уже есть. А вот премьер-министром вы хотите стать? Может быть, что этот вопрос будет реально станет, но сейчас еще рановато об этом говорить. Я думаю, что я знаю эту работу, я думаю, что я могу конкурировать с любыми другими кандидатами, которых я знаю в Литве. По крайней мере, сейчас уже 5 лет спустя, с того времени, когда мы были назначенными, первое правительство, все больше людей вспоминает ее хорошим словом. И прежде всего не имеет упреков относительно коррупции. Что я очень ценю в моем правительстве? Это идеализм, это преданность делу. Ну и плюс то, что вы, конечно, пережили блокаду. Наверное, таких тяжелых времен уже в Литве не будет. Я думаю, что да. Надеюсь, что да. Хотя и эти времена тоже нелегкие. Я не завидую нашим сегодняшним властям. Спасибо большое. Мой гость, бывший премьер-министр Литвы Казимир Прунскинен. Вы дальше идете или станете здесь гарнизоном? Покойники в страну мертвых. А тяжело раненых. Раненых лечить. Это не съемки исторического или фантастического фильма. Это другая жизнь. Здесь каждый на своем месте. Есть гномы и волшебники, короли и воины. Здесь своя экономика и своя политика. Это другое государство, другая эпоха. Если ты убиваешь врага, ты убиваешь врага. А то ты можешь выстрелить, она полетела, и ты не видел, как он упал. Это все порождает очень... Это порождает, что это все это легко. Легкость и к своей смерти, и к чужой. Чего я нажал на железяку, и он упал. А вот когда я увидел предсмертный крик своего врага, его больше лицо, это страшнее. Ты понимаешь, ты убиваешь подобные себе существа. А надо ли убивать, думаешь ли ты? То есть, если тебя убили, человек вот именно вот падает, как подкошенный мечом настоящим. Ты смотришь на него и понимаешь, что если это произойдет в жизни, ты сам уже потом не сможешь себя считать нормальным человеком. Ты будешь себя презирать. Этот мир как-то красивее, романтичнее. Он добрее. Более сплачивает людей. Сам мир добрее, чем сейчас. Да. Нет этой перегородки. А мне что-нибудь голодного? Игра, она проводится по нескольким направлениям. То есть это, вот, собственно, общая игра, затем политика, экономика, магия, культура. И каждый себя находит в том, что более ближе ему по духу. Значит, на игре моделируется как-то экономика. Ну, чтобы, если продукт производится, то его, значит, соответственно, и потребляют. То есть время моделируется, разбивается на игровой год. И вот в этот год потребляются какие-то продукты. Вот видите, это мясо, способ моделирования фрукты, продуктов хлеб. Труда фактически. Ну. То есть при определенном производственном процессе конечный продукт труда не конкретная банка тушенки, которую, допустим, к
каким образом можно смоделировать экономику. А вот этот вот кусочек мяса или кусочек хлеба или какое-то количество фруктов, которые игрок должен употребить в пищу для того, чтобы не умереть с голода. Иначе он отправляется в страну мертвых. Все миры, вот, как, которые вот создаются, они обычно ближе, наверное, к какому-нибудь нашему средневековью, если брать по истории. Они ближе всего по нашему средневековью. А почему? Знаете, тоска по рыцарским идеалам. Там есть что-то романтическое, высокое, то, что вот в нашей жизни вот реальный. Утеряно, забыто. Прожить то, что ты не, то, что ты не смог в этой жизни воплотить. Вот есть у каждого человека какая-то мечта, он хочет чего-то достичь. В этой жизни он понимает, реально понимает, что ему это не получится. А там ты можешь все. Люди немножко другим живут. Они живут не деньгами, не материальными ценностями. Живут какими-то духовными, что ли, ценностями, наверное. Это звучит смешно и высокопарно. Да. То есть вы не нам, вы окружающему миру. Здесь и сейчас. Вы другие? По крайней мере, стараемся быть. Вы не хотите быть как все? Конечно. На зависть некоторым они научились отвлекаться от повседневных проблем. А так они абсолютно нормальные люди. В игре и вне ее они ссорятся, мирятся, рожают детей, которым приходится жить в мире, созданном их родителями. У меня было прозвище Корвин. Это один из героев Роджера Желязный. Вот. Моя жена носит игровое имя Дара. Это тоже героиня, опять-таки, Роджер Железный. По книге у них рождается сын. Мерлин. Мерлин, его зовут Мерлин. Поэтому, когда мы поженились, и у нас должен был родиться сын... Все дружно говорили, что будет сын на 100%, дочки быть не может. Родился сын. Назвали его Мерлин, естественно, игровое имя уже давно. Игровое имя Мерлин. Сейчас ему вот год, и ребенок уже имеет навыки владения мечом. То есть это, видимо... Первые подарки. Меч и гитара. Да. Ему подарили, когда он только родился. Причем, видимо, это у него передается в крови. В брежневские времена лучшим способом объяснить, что я не сумасшедший, была справка из диспансера. Но тут его нет поблизости. Поэтому я не знаю, как. Я могу, конечно, сказать, какой сейчас... Это самый год, 1995. Я могу сказать, какой сейчас месяц, июль. Я могу сказать, какое число? Третье. Второе. Честно говоря, новое поколение лесных братьев мне гораздо симпатичнее. И вообще коллективные уходы от цивилизации становятся все более массовыми. Такие игры... привлекают больше 100 человек и длятся по несколько дней. Видите как, один человек провел 50 лет в лесу, только вот буквально недавно вернулся, кто-то вот только-только вот пошел в леса, уходит из-за того, что... уходит от войны чеченской, уходит от религиозных конфликтов на Украине, ну, от всего вот от этого. Уходит на Торбеево озеро. На этой неделе больше ничего не случится.